Тревожно так, потому что я не первый раз уже на открытии заседания Рады. И выглядит оно, конечно, так не очень внутри. Ну, потому что, когда ты извне, ты просто наблюдаешь за этим процессом. И, в общем-то, так более-менее расслабленно. Внутри это первый день еще и напряжение такое. Потому что вообще вопросы важные голосовались. Но и есть еще, ты чувствуешь, как бы на тебя смотрят, когда ответственность какая-то. Так, это... Будете ли вы совмещать свою депутатскую деятельность с журналистской? Я себе этого не представляю. Честно говоря, мне кажется, это сложно. А блогером будете? Я думаю, что блогером может быть любой человек. Буду ли я что-то писать? Ну, очевидно, что-то буду писать.